Ребята, всем привет, кто на канале. Так, поговорим про Hamster Combat. Про него я уже ролик запиливал. Просмотров набрал много. Ну, людям, видать, нравится. Хомяки залетают. Ну, как бы все нормально. Иду потихоньку к своим 50 миллионам. Просто все кинул на прокачку бирж своей. Сейчас иду до 50 миллионов, чтобы заработать статус мастера. Идем, как говорится, к своей цели. Но здесь самое главное не статусы прокачивать, самое главное прокачивать свою прибыль в час своей биржи. Тут, кстати, открылись новые карточки еще. Вот внизу появилась карточка. И вот до этого были открыты X10, X20, 30, 50. Ну, вот эти все 8 карточек нижние, которые. Я что в первую очередь делаю? Это смотрю ее прибыль, которую она даст. Допустим, зайду сюда. Если я вижу, что она дает 118 в час прибыли, это мало. Ну, можно нажать, пускай прокачивается. Так, прошелся по всем, промониторил, которые больше дают. Если у нее стоимость там за миллион переваливает, то смысла эту карточку покупать нету. Сейчас сразу прокачаю эту карту. Так, получить миллион, что-то так тихо, что-то не то, так. Так, сейчас не туда зашел. Так, ждите. А где эта карта моя? А, вот она. Так, прокачиваем карту. Вот видите, стоит 1К, а по сути дела дает 214. И с каждым разом идет на увеличение. Сейчас ее прокачаю до нормального. До миллиона можно прокачать. За счет этого у нас и прибыль в час будет увеличиваться. У меня там было 300, по-моему, 80 чем-то. Сейчас до миллиона дойдем. Так. Прокачка идет. Что еще хочу сказать? Заходите в приложение. Елки-палки, я 10 миллионов потратил. Блин! Теперь я не дойду до своего. Ну ладно, бог с ним. Хотел мастера, а отстегнул 10 миллионов. Вот так вот, видите, не заметил. Хотя отдал 10 миллионов, а прибыль в час там что-то было 600 с чем-то. Но это, конечно, жесть. Эх, ладно, расстраиваться не будем. Так, в общем, что я еще хотел заходить. Сказать, заходите в папку ЯМ, которая внизу, четвертая папочка, вот это вот, заходите сюда, потом заходите Daily Reward, зашли сюда, и каждые 10 дней, когда вы заходите каждый день, вы забираете бонус за участие. Я, получается, уже захожу 30-й день, вот сейчас забираю 5 миллионов, опять все, как раз 30 дней, завтра пойдет 31-й день участие в этом проекте. Потом дальше что? Пройдите все эти миссии, которые тут задания даются. Там буквально так же перешли и обратно зашли. Ничего делать не надо. Все, на этом закончили. Айдроп. Сейчас должен быть айдроп раздача. Айдроп ждем. Пока его не было. Но обещает, команда обещает. Будем ждать. Дальше что? По друзьям. Понятно, приглашайте друзей. Кстати, всем спасибо, кто со мной вместе в команде. Я думаю, все-таки будет, сделают они, команда здесь сделает что-то общее, как на продобе компании, где мы майним, как у нас было Virtus сделано, в Хоте сделано, и сейчас сделал Full Mining, где мы, получается, пампим нефть, добываем нефть. Там, кстати, я тоже создал свою компанию, можете переходить, подписываться. Больше тут пока миска такого ничего нету. Вот, кстати, до 400 прибыль в час я так и не дошел. Что еще тут могу сказать? В общем, здесь есть еще специальные карточки. Я себе вот купил уже, открыл специальные. Как прошла покупка? Да никак не прошла. Что-то там надо оценить. Бог с ним. Так, прокачивайте тоже. Они, кстати, дают побольше прибыли. Вот тут даже вот купил бы вот эту карточку, блин. 1 210 000 стоит, а получал бы 2 20, но я ее сейчас ее куплю, бог с ним, еще она уже ушел в минус. Сейчас и эту сразу прокачаю, пускай уже будет, уже раз так пошло.
Вообще самое главное, вот, кстати, смотрите, 3.48 тоже прокачаем. Так. Самое главное здесь это прокачивать не статус свой, а самое главное прокачивать прибыль в час биржи. И за счет этого будет аирдропы происходить. Кто больше прокачал, тому будут больше давать. Вот в этом плане, я сейчас, наверное, до нуля все спущу, да и бог с ним, пускай будет уже так, как есть. Зато будем... Так, сейчас еще прокачаем. Так, все, недостаточно средств. Средства мои закончились. Так, ну все, ладно, бог с ним, прокачали. Так, new card. Должна появиться новая карта, invite remove. Это, короче, надо приглашить три друга, хотя у меня друзья приглашены. Миссион. Вот еще есть карты Дубай, Safe and Phone Driving и Blockchain Live 2020. Но они так и не открыты. Они как в зависнутом положении стоят, как вот они пришли, так и не открываются. Ну и бог с ним. Сейчас посмотрим, сколько мы. Во! 419 в прибыль в час. Получается, сейчас за 3 часа я буду получать 1 260 000 монеток. Ну, нормально. Каждые 3 часа заходить, в принципе, я дойду по-быстрому. Ну все, кому интересно, залетайте в проект. Проект еще пока существует, будет работать. Листинг пока непонятно, когда. Проект, в принципе, открылся, можно сказать, уже с месяц. Люди здесь майнят, зарабатывают. Что-то посмотрим, что нам удастся здесь заработать. Самое главное, не вкладывайте деньги. Будем пробовать зарабатывать. Так, как дальше раскрыть это все дело и как это все будет вывести потом после листинга, я вам покажу в других роликах. Все, подписывайтесь на мой телеграм. Ну, всем удачи и всех с праздником. Сегодня праздник, Христос воскрес. Давайте все с праздником. Ребята, все, удачи всем.